Христос воскрес! Воистину воскрес! Я бы хотел вам прочитать от Иоанна 20 стих, 24 до 29 стих, 20 глава. Фома же один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перстом моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними пришел. Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидящие и уверовавшие». Фома сказал им, что он не видел, и он не верит. Есть много людей, которые говорят: «Мы не видели», и они не верят. А я тоже не видел, но я верю, что Иисус воскрес, и Он ждет нас на небесах. Аминь.